Добрейше всем гопника, господа. С вами снова Риба. Сегодня у нас очередные админские будни на нашем острове Arma 3 Altis Life. Кстати, как присоединиться в наш остров, ссылка в описании. Там подробный гайд, туда-сюда, ваноу-маноу. Короче, мы давно, смотрю, не делали админские будни на острове Римас ЕРПИ. Вот, и я смотрю, там какая-то движуха между полиции и, возможно, вполне вероятно, здесь какая-то даже перестрелка. Так как мы в админских буднях, у нас все показывается. Все кто, где, как, туда-сюда, ваноу-маноу. О, сразу знаю. Здравия желаю. А что тут происходит? Машину у пацана угнали. Разбираемся. Здравствуйте, товарищи. Вот я не знаю, вот мне машину угнали, вот прям посередине. Убери этого от машины друга егошнего. Давайте, пусть бейте, полицаи разбираются, да? Только полиция, а не полицаи. Полиция. А какую машину? Вот это что ли, с большими колесами? Да, так, ЗКТ угнали. Товарищ Римас, вот да, это моя машина, как бы угнали, я появился, то есть, ну нет, нельзя писать, ну что я сделаю? Угнали, вот, можно сказать, открыли машину, вот, залез и угнал, что я, мне нет, нельзя. Ах, гопники, гопники! Эх, гопник. Не фартануло, да? У меня тоже так было. Гражданин Римас, можно вас попросить об одолжении? Здесь у человека, скажем так, он штаны подмочил. Но он не сейчас не понял, какие подмочил. Или они его за это ромали. Чё? Я не понял. В общем, нужно его раздеть. Вы не поможете? Да, конечно. А как его помочь? Если... У вас двое тормозили? У меня перчаток нет, если штаном подмочил. Да, я сейчас дам. У меня двое тормозили. Голый вот этот тормозил. Да нет, гол нет, он был одетый. Слушай, калаш-малаш хороший, слушай, дай погонять. Сзади у тебя эмочка, да. А они мне все калаш-малаш, короче. Да вообще, как бы нелегально у него оружие. Вообще, ну что, гражданин Римас, поможешь? Да, конечно, помогу. Что делать-то? У него имеется лицензия для оружия. Лицензия на эту шайтан-трубу, я бы тоже хотел поиметь. Он находится в премиальной группе. Разденьте его, пожалуйста. Разрешено разрешение. Пожалуйста, у нас просто нет таких полномочий. Сейчас, так. Перчаточки сейчас надену. Да, давай. Туда-сюда. Да, не двигайтесь, пожалуйста. Задом, спиной, вернее, ко мне. Спиной, не задом, а спиной. Да. Так. Да. Скоро поедем. Да не крутитесь, будьте так ласковы. Отлично. Да он крутится, я не могу ничего с ним сделать. Уважаемый. Ну все, не крутись. Стойте ровно. Так его раздеть или этот? Раздеть, да. Или ограбить? Не, раздеть. Грабить не надо никому. И двигайтесь в сторону полицейского участка. Он дает показания против. Так, сейчас посмотрим. А в машину не пытались его это? Показания надо дать. Ну давайте тогда грабану попробую. Снаряжение. Не, его грабить не надо, именно раздеть надо. Ладно, сейчас. Видать, они испытывают какую-то проблему, ну я понял. Так. Марк, что не найти там пытаешься? Ай? Что не найти пытаешься там? В смысле, пытаюсь найти? Золото, бриллианты. Золото, бриллианты. Это очень хорошо. Я не знаю, здесь как, анфризинг. Ну что, получилось? Ну-ка, попробуйте сейчас. Стойте на месте. Тёмыч, давай сначала в покое, нас вызов на мосту, там гоп-стоп. Я понял, он попросил его раздеть, у него проблемы. Мы не можем, можешь даже не пытаться. Не мы, я вот гражданин Римаса и прошу это сделать. Но я его могу убить, ну, нечаянно. Я понял. А так нет. Мы только это, если его сейчас... Положим, только потом разлить сможем. Да. Гражданин, давайте тогда это. Вы все-таки проследуйте к себе там на базу. Не, вы можете этот его уложить, короче, а я могу ему оказать помощь там конкретно. У меня рука прям правая, особенно в мозолях. Да вот, отлично. Так быстро, да? Ну нормально. Конечно. Вот теперь можете раздевать его. О. Ну так скажи. Мы это долго не думаем. Ну вот так вот, ребят, админские будни, помогаем полиции и гопникам. Так, вы главное не надо засыпать, не засыпайте, сейчас проснетесь. Это всего лишь сон. Слушай, у меня глаза что-то не двигаются. Нормально, сейчас задвигаются, яйца и глаза и все полностью.
Нормально сейчас. Ну, какие-то очки, да? Классные. Все? Все, да? Ладно, счастливо. Могу еще раз свет отправить. Там, кусты утащить куда-нибудь, закопаем, мне тело не... Ай, идущую, Моталь, просыпайся. Я еду, все, давай, Марк. Там гоп-стоп, нас... херачит. Да, да, у нас много работы, спасибо. Все, давайте, ребят, всего удачи. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, простые, ребята, админские будни, никакие там эвенты, шмевенты, пока я делать не буду, неинтересно. Вот, кстати, баг поймал, смотрите, это у меня, походу, текстурка не догрузилась. На колесо, видите, да, колесо как, задняя запаска. Просто я ее... Единственное, сука, столб здесь находится, я в него врезался, подожди. Так, где там гоп-стоп, кстати? Охереть, тут движуха, просто гребаная жизнь. Ну-ка посмотрим, что за движуха там. По-любому будет знать, что там ремасенок здесь. Поросенок, кстати, закрыть надо тачку. Маля ли что? Тут жесткие перестрелки. Здорово, чувак! Что тут происходит? Чувак, здорово. Здорово. А чё у вас тут происходит? Там менты, менты идут. Война какая-то, война. Осторожно, там менты идут. Спасибо. Если что. Ага, давай. Римас вмешался в РП! Римас! У шайтана мана. Чувак, ты живой? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я его труба шаталь. Чё за херня? Я твою трубу шаталь, слушай, эй! Обалдел, что ли, по мне стрелять? Я тебя чё, убивал, что ли? Тут красная зона, брат. Красная зона, нету никакой красной зоны. Есть, стреляет по нас. Всё. Я твою трубу шаталь, слушай, ты мое колесо чуть не повредил. Римас вмешивается в РП, Римас. Так, давайте посмотрим, ребят, что тут происходит. Сейчас я машину уберу сначала, а то ее скоммунизят еще нахер. Вот сюда вот я ее уберу. И будем ходить, короче, бродить. Смотреть, кто чем занимается. Туда-у, сюда-у, анау, манау. Так, отлично, отлично, отлично. Так, возвращаемся. Тихо, тихо, тихо. Эти, походу, кепки, они в шоке там. Не знаю, что происходит там. Так, этот альфа. Black Snow, черный снег. Они там заняли позицию. Общаюсь, тихо-тихо, давай. Давай подслушивай. Римас подслушивает игроков. Че, Римас на острове? Вроде да. Римас Самирович. Это не тот человек. Я не знаю, может он, конечно, поменял имя, паспорт. Хотя хрен знает. Я на шепоте. Че, попугай его? Как вы думаете? У меня патроны есть-то хоть? А, патронов нет, ёптать. Будет не очень прикольно, если сейчас сюда забегут и расстреляют нас. Патронов нет, ребят. Да, нет патронов. И я его родственник. Не в стороне этой вышки смерти или как называется. У меня, оказывается, другие патроны. АК. Стреляют. 12. Надо будет патроны забрать. АКшечку. Так, что тут происходит? Чувака уложили. А, это тот чувак, который по мне стрелял. Вот это гребаная жесть. Левит! Блин. Твою, ты, блядь, напугал меня, сука. Блядь, я чуть это... не выпрыгнул из штанов. Сука. Так, вот МС-13, да, валяется. Так, еще один МС-13. Где он? А, он на вышке.
красную зону. Где тут красную? Никто красную зону не поставил. Когда поставите красную зону, тогда говорите, херачите всех подряд. Но так ни хера. Что менты делают? Валерий Орлов. А, смотрите, чувака тут положили. Ему хреново. Да. Смотри, что ты делаю. Вот это я понимаю. Шняга. Так, а это что тут? Ну а нахер! Полицейского уложил. Я не видел. Тихо-тихо-тихо. У, по нему работают, смотри. А еще тут... Тут, короче, блокбастер какой-то происходит. Что тут у вас происходит? Пиздец. Блядь. Тоби жопа! Беги! Текай! Так ты, так ты прикончил этого чувака, да? А? Еще раз. Ты его прикончил, что ли? Нет, я его не добил. Я стрелял. Вы поняли, все. А за что вы воюете? За нашу. Они увезли нашу. А, понятно. Ну беги, текай. Интересно, добьют его, нет? Не, его вряд. А вот, смотрите, Маус. Маус за ним пошел, смотрите. Ага, этот уехал. На машине. Нет, смотри. Он будет добивать его. Добил его. Нет, не добил. Добил. Все. А, не, он погрузил его в машину. Он в машину его погрузил, ребят. Эскобара. Ну-ка, сейчас посмотрим, что там будет. Так, телепорт. Сейчас посмотрим. Выживет, нет? Он его, короче, погрузил в машину. И... А вот, наконец-то, красная зона. Военное положение. И добил. Жестко. Ты жесткий, брат. Ты жесткий. Зачем ты его добил? Ну, нужно было. Мог бы ему этот... Выкуп... На выкуп его отправить. Либо еще что-то. Либо повозить его с собой. Нельзя. О, да у Рэмбо какой-то, смотрите. Так, вертушка развернулась. Смотрите, палит, палит его. А он в кустах. Да, вид от первого лица у нас только, ребят. И где мы находимся? Смотри, он еще хочет воевать. Еще, еще. Сейчас посмотрим дальше. В РП вмешиваешься, Римас. Дизлайк, отписка. Давай, до свидания. Сегодня днем, ребят, такое... Блин, ну жалко, я с ноутбука играл. Надо... Ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, там никого нет. Сегодня утром на добыче... Мы добывали нефть. Там такой жесткий переполох. Короче, приехала одна группировка. Давай доить.
чуваков и нас, типа, вот, платите нам там 50%. Другая группировка приехала, херанула первую группировку, сказала, ребята, мы типа нормально, платите 40%. Потом эту группировку хлопнула еще третья группировка. Там такая жесть была. Жаль, что я на ноутбуке играл. Как бы там, короче говоря, такое себе было бы качество записи. Походу машину хочет забрать, полицейскую. Его спалили, походу. Его спалили. Нет, вряд ли. Вы знаете, да, что в армии нет таких маркеров. То, что вы сейчас видите, это, конечно, у меня админка включена. А так, вообще, ты маркировки никакой не видишь. Там, типа, чувак бежит, ты должен его увидеть визуально. Вот так вот. Ну, послежу за ним, посмотрю, что он. Что он хочет? Он все ближе и ближе, кстати, к своей цели. Тут трое передвигаются. Полицейских, они не в курсе, что он справа от них. С тыла заходит. Вот четвертый идет. И он, походу, знает, где они. А они не знают, где он. Нет, он примерно знает. А, нет, смотрите, в ту сторону смотрит. Во-во-во-во-во. Уложил еще одного. Да, уложил. Он спалил свое местоположение. Вот они. Нихера он Рэмбо. Не, его положили еще и справа. Но ты Рэмбо, брат. Рэмбо. Жесткий, жесткий. Ты двоих забрал. Угу. Здесь. Не считая того первого. И чё, теперь тебя, походу, срок влепят или добьют? А еще бывает, добивают, они не имеют права, по идее, даже срок влепить. Ну, это ВП же. Это им судить. Понятно. Ну, давай, удачи. Давай, удачи тебе тоже. Чё, они уж сейчас, наверное, окучают, да? Это били жестко. Ой. Это дух Рима. Острова. Это Рима, знаю, знаю. Во, что его там добили. Да, ребят, его добили. Йендель жестко. Но он тоже их одного добил. Мне кажется, они имеют право тоже его добить. Я так наблюдаю. Дух острова летает по острову. Можешь не переживать. Ты в безопасности, друг. Прям как в Дискорде. Ты в безопасности, друг. Режим стримера включен. Спасибо. Хотя... Я вам скажу, в кругу вы одни. Кроме вас никого нет. Я обманул. Шучу. Да, в кругу их. Ну, конечно, я тут с ними и все. Можете выключать уже положение. Да, все. Они победили. Ну, конечно, они его блобнули. Блоб — это что такое? Это слово... Появил, ну как, она, конечно, иностранное слово, но и в онлайн мы обычно употребляем слово блоб. Это когда ты заходишь в систему, у тебя там 500 человек ждут, короче, чтобы тебя убить. Это блоб называется. То есть, ну, нарвался на толпу, на флот большой. Вот, либо на кемп. Вот здесь тоже. Он блоб поймал, все. А здесь что, кстати, происходит? Это местные гопники. Красота.
Тетка, давай познакомимся. Ты все сходится, сходится. А, идущую ватальщу еще я не знал, да? Ты хоть подписывай ее, что ли? Чтобы я знал. Подпишу потом. Подпиши обязательно, а? Да, фамилию подписали. Покажи паспорт. Да не на паспорт, слушай, я же не на паспорт смотрел. Мне что-то неплохо не слышно. Ладно, все, давайте, я прошу прощения еще раз. Ой, шайтан! Да дайте паспорт показать, ну что за... Какой паспорт стреляет по нам? Да я не специально. Джессика, твоя машина где? Вот она. Римус, найми совесть. Сейчас. Пожалуйста. Вот. О, спасибо. От души. От души, от души. Слушай, ты так не стреляйте больше. Я же просто познакомиться хотел. Меня и так все трясло. А что это, все же? Здорово. Нет, что воюет. Ага, ну смотрите осторожно. Чего меня на базу отправляют? Какого хрена? А вы с кем воюете-то? Вытащи, братана. Если вытащить? Ну, с этого красного зона. Шайтан. По-моему, с МСами воюем. Вы не знаете, с кем воюете? Просто. Я точно не знаю. Понятно. Мне все равно, чего надо? А, выбей сюда. Ау. Подожди, отойди, Джессика, да, я толстому паспорт покажу. Так, выблок снова, ага. Здравствуйте. Здравствуйте, желаю, валикум. Как дела? А, потихонечку. Стреляемся тут. Охраняем гражданских. Понятно. Так, ну в кругу, в основном вы. Да? А больше никого нет? Есть в кругу. А где они? Не скажу. Давай вместе. Батя вместе. Что, надо ехать? Джеймс Смит примерно знает, где они. Можете с ним связаться. А, Джеймс Смит мой супруг. А? Да. Вот, он их там что-то, походу, я смотрю. Хусей, ты куда уехал? Все, меня убьют сейчас. Нет, не убьют. Рядом никого нет. Ладно, иди садись, поехал я дальше, короче. Давайте, удачи. Макса забрать можно? Напугал девчушку. Дай-ка сяду. Мой муж говорит. Я слышу, я не знаю, что там твой муж там будет. Так, что тут происходит? Тут посмотрим. Просто не успели отсюда уехать. А, эти бедолаги. Три гражданских. Ну-ка, я не буду вмешиваться. Я сейчас буду смотреть. Но это реально гражданские. Ой, блядь, кто меня тут разбудил? О, шайтан, Ваня, что тут происходит? Руки, здорово. Руки поднимай. Ой, поднимай, ой, бинокль поднял. Подожди. О. Здравствуйте. Кто тут очутился-то? Да я там спал у вас. Вяжи его. Да я, блядь, вязать, что вы делаете? Какой вязать? Мы тоже спали. Да. Вот, это нормально, ребята, это нормально. Они... Здесь переполох пошел, короче, и пошла мазута, и мы все спрятали здесь. Сейчас это, постойте секунду. Так, уважаемые, не кричите. Мы не кричим. Просто уехать не успели отсюда. Их отпускаем. Как у тебя дела? Нормально, руки связаны только. А, во, уже свободны. Все, аккуратно, подведите лучше. А куда нам идти? Уходите отсюда быстрее. Берите машину, уходите. О, что ты? А что за импульс будет там, что? Что за импульс? Короче, свалим. Это, походу... Что за шняга? Так, ну все, в принципе, они должны закрывать уже этот. А нет, смотрите, мы с 13 здесь пришли. Сейчас, походу, будет что-то. Подожди, нет. МС-13 здесь.
трое, четверо МС-13. Так. Пошла мазута. Да. Ну, они еще, наверное, долго будут воевать. Офигеть, полицаи, сколько тут много. Вот тут какая-то тусовка. Ну. Думаю, что тебя ПНП не отрубит. Я не знаю. Меня уже третий раз играют. А где тебя, а где у тебя крадет? Меня похоронили минерал. Так пиши заявление ментам, и все будет нормально. Здорово. А это лицензия дешевле? Ну половину. У меня только что. Меня товарищи, ну это мощная штука. Нет, нет. Но дорогая. Спасибо большое, в общем, те, кто помогли. Чувак, клянчит, походу. Да, не получается. Как только выезжаю за пределы города, сразу грабят. А мы газом работаем. Так, если здесь не помогают. Хитрый ход, да? Собрал бабки и ушел. Мало знакомый, ну. Здравствуйте, здравствуйте. Опачки. А мне только говорят, это он или не он, я не видел пока. Нифига ты пыхтишь, Евгений. Жестко. Все курение вбиваю. О, ничего себе, поросенка дали. Да. Да, кстати, паспорт показывайте. Получите достижение, кто не показывал. Поднимите. Кому и зачем паспорт показывать? Вот, этому человеку это Римас, если что. Я на вас всех кредиты буду вешать. А, да, это главное знаменитость. Считай все, хана. Самый влиятельный человек на острове. Калаш, малаш. Он знаменит. Да нихера не знаменит. Вечно в РП вмешивается, достал уже случайно. Да, 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 там. Со своими этими, свои, там, со своими щитами туды. Вот этими вот. Да, да, да. Да. Пущу мотан. Да. Короче, надо решить вопрос с гопниками. Что будем делать? Пойдем на карту. Антигопать. Знаете, да, реальную историю? Приехал. В Мексике, когда картели, ну, короче, беспредельничали жестко и... Народ просто взял, собрался и оружие закупил. И создал отряд самообороны. Вот. Я уже давно предлагал им, говорю, закупитесь вы себе, блин, дробашами. Да, и делай, и прям все. Толпой ходите. Кто да. Ты, гопник, иди сюда. Тарц ему в жопу, и все. Солью. Для вас специальные тусовки сделал. Ух, нифига, как она пробежала через костер прям, а? Горячая штучка, оказывается. Екатерина. Давайте прыгать через костюм. Ты с Хабаровску недавно топорами зарубил. Или это так, просто быстрое бритье, да, получается, прыгать через костер? Депиляция. А потом платить. Шугаринг, ёптать. Да-да-да. А что в субботу? Да, а что в субботу? А что тебе нравится? Если повезет, пойду. Так и в субботу работать нельзя. Изи. Так и в воскресенье это тоже. Я же на веселе буду работать, это уже другое. Что тебе сейчас мешать быть на веселе? Тем, что на большой земле работать надо. Я ее крутил, шатал трубу этой большой земли. Я ее родственник просто этой большой земли. Хорошо, что здесь вот этого шмарановируса нет, достали уже. Реально достали этим шмаровирусом. Вакцину поставил, Римас? Не, откуда? Мы же смертные. Не надо ставить, а то по новостям каждый раз крутишь, что кто-то кому-то поставит. Ой, до нас вакцина пока дойдет, вы что? Туда-сюда уже откидываются. Римас, салам алейкум, родной. Алейкум и салам. Ты куда пропал-то? Я здесь, возле костра. Все время сидел. Все время сидел. В последнее время ты что-то прям завис на этот, как его там, пюрешечки там, по этот, как его там, блин. Бывает заходы, бывает заходы. Я как раз там этот, как его там, средневековье, короче, блин. Я не знал, как тебе написать, когда ты вернешься, блин.
А, ну так голубя надо было отправить ко мне. Там же смс не работает, а голуби работают. Как ты вообще? Да нормально. Ну раз, слушай, я с Казахстана, город Актау, брат. О, салам алейкум. Валикум ассалам, брат. Ты вообще сосед со Станы. А чё, костёр не жарит? Ты... Не, нормально, в самый раз. Ты только не пёрни, а то полыхнём все. Тут вакханалия будет, да. Я цыгане тут газовый баллоныш положу. Доги, шугарин. Это без денег, смотри, толпа целая. Как здоровится у тебя? Нормально. Привет передавайте всем мамам, папам, всем, всем, всем. Вы в кадре. Мама, я в телевизоре. Все, сало. Ты тоже. У меня мама не я смотрит телевизор. В инсташрам, короче, передавайте привет. О, Римас, привет. Здорово. Привет. Ух, что-то полицейских много смотрю. Дело нужно сделать. Где Римас? Дело? Так делай дело, я тут при чём? Нужен этот здание с гей-борделем. А, это не ко мне. Гей-борделем. Нормально. Нам, слушай, нам, не стой сзади, кто там здание с гей? Иди оттуда, не надо стоять сзади. Нормально. Там, короче, шпили-вили нам нужен, короче, по-любому. Не-не, это не ко мне, ребят. Может, лучше девчонок, а? Да каких девчонок, их нафиг не надо. Здесь столько мальчишек, столько сладких. А, Римас, такой вопрос, смотри, друг мой. Вот, к примеру, мы гражданские, например, работяги. Вот такой момент, короче. Вот, в основном такая ситуация возникает. Мы добываем, как бы, да, потом перерабатываем. И на сдачу, когда идем в банкомат, чтобы, да, нас не гопнули. Ну, с наличкой, сам понимаешь, такое дело бегать. Вот. Там и стою я, в основном, и говорю, поворачивайся сзади. Так, ребят, харе, а будьте более как-то такой. Да, не перебивайте. Теперь, смотрите. И теперь получается, что пока мы доезжаем до банкоматов, короче, ну, как бы нас там встречают, не раз так было, не буду врать, вот. Но опять-таки, видишь, нас как бы предупреждают, мы останавливаемся, да, и нам как бы вынуждены, да, грабят. Вот. А, подождите, да. Как, нужно какую-то, знаешь, систему такую наподобие инкассации. Возможно ли как-нибудь работягам все-таки приобретать, либо ездить на какой-то просто бронелегковой машине, чтобы хотя бы делать инкассацию? Потому что в основном ребята тут, ну, представляешь, да, по 3 часа пашут, да, вот, в одну харю. А потом приезжают, и там салам алейкум, короче, и все, и ты просто... Как, ну, это бегаешь. Всегда так было. Просто если мы сейчас будем выдавать бронемашины, это уже большое преимущество, по сути. Нет. Вот. И нет, многие люди будут пользоваться этой машиной не по назначению. Они тоже будут пользоваться. Так, да. Ребят, когда пустим... Единственное, я как делал, когда я... конкретно здесь работал, все такое. Я просто ходил с ребятами, да, там даже с теми же гопниками, либо там с какой-то группировкой, договаривался, я делился с ними. Я говорю, ребят, вот я сейчас буду сдавать на миллион, да. Вот я вам 15 либо 20% даю. Выделите мне пару чуваков, которые меня могут встретить там, сопроводить и все такое. Как бы, в первую очередь, этот остров, это про общение, ребят. Это перехват, который, да, вот это вот. А, ладно, хорошо, вопрос как бы закрыли. Те люди, например, я вот по паспорту, ты видишь, что я буквально недавно на острове. Ну, будем так говорить, да, люди набрались, есть адекватные, но есть очень много людей, которые просто не понимают и пытаются как бы наживиться на этом. Вот, я не прошу о том, чтобы, например, мы могли все покупать брони и какую-то технику, а я говорю о том, что, например, ранее были повстанческие группировки, к примеру, да. Вот, у них осталась легковая такая машина, такая легкого 5-го класса броня, вот, можно ли на ней и как бы сделать такой закон, чтобы приезжать сюда в зеленую зону, парковаться, все оставить, да, как бы, вот, и передвигаться как в виде инкассации, не более, например, одной автомашины, чтобы не каждый мог просто тебя взять там машину перебить. Ну, я понял. Единственное, можешь создать группировку, которая будет этим заниматься, то есть помощь работягам, они будут за это получать тоже какую-то долю зарплаты и все такое. Только, видишь, надо найти нормальных ребят, у которых будет чистая совесть в плане того, что они не будут применять эти техники там, да, налево-направо. Вот, я рассмотрю этот вопрос. Ага. Да, и еще такой момент, уважаемый. Смотрите, вот, к примеру, сейчас мы в течение недели как бы команду собрали, 10 человек, но, к сожалению, сейчас с этой тусовкой очень сложно друг друга найти, начинается возня в писанине и вообще в определении, где свой чужой, да, будем так говорить. Вот. И все-таки нужно, я думаю, что было бы неплохо вернуть ту группу, что было раньше. Это было очень комфортно и удобно. Я думаю, все согласны здесь с этим. Это первое. Второе, в принципе, для тех работяг какую-нибудь хотя бы действительно
чтобы они могли, например, наподобие открыть охранное агентство свое, чтобы обеспечить свою же безопасность, потому что, ну, согласитесь, Римас, что в определенное время нет ни полиции, нет друзей, нет никого, ты, получается, как бы, хочется как бы и поработать, а заняться нечем, да, как бы, потому что везде гопники тут в Ахканале происходят. Ну, давай, да я... нету гопников, гопники уже все вымерли. Да, да тихо, нет, ребят, есть, не есть, бывает все, но бывает, ребята гопают, меня тоже вот недавно гопнули. Дружище, ну подожди. Вот, это, в принципе, это нормально. Вы собираетесь в толпу? Не, подожди, ну как не перебивайте? Ты... Сейчас, минуту, сейчас, подождите минуту. Я вопрос, сейчас, подождите минуту. Так, ребят, всем спасибо. Очередные админский будет скоро. Подписывайтесь на канал, заходите и пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по поводу этих проблем. Всем удачи, до скорых встреч.